Избил до смерти собственного отца. На трое суток задержали 33-летнего жителя села Чернолевка Дондюшанского района. По версии следствия, сын с отцом жили отдельно. Во вторник они встретились на центральной улице села. Между ними вспыхнула ссора из-за того, что 74-летний отец выносил из дома вещи и пропивал их. В итоге молодой мужчина напал на родителя с кулаками и избил его до смерти. Тело обнаружила одна из местных жительниц. Она и обратилась к стражам порядка. Теперь подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.